Приветствую, друзья! Я ищу партнеров. Вы знаете, что я давно и упорно работаю в одной из отраслей. Я думаю, что это отрасль медицины все-таки, называется нутрициология, и имею очень хорошие результаты. Я обожаю эту отрасль, потому что я работаю безопасно. Это травы, это нутрицептики, которые просто повышают уровень здоровья человека и позволяют его организму самому справиться с какой-то болячкой, с каким-то неблагополучием. Я люблю это направление, потому что этим направлением могут заниматься все, в том числе не медработники, не врачи, не средние медработники. Я за многое люблю это направление, в том числе за то, что это направление воспитывает в человеке культуру отношение к своему здоровью. И люди, которые используют нутрициологию в своих семьях, это люди, которые не болеют только потому, что они знают технику безопасности, они знают, как эксплуатировать свое тело. И это передается детям. Но я сегодня должна сказать, что как любой метод, нутрициология имеет границы метода. Медицина имеет границы метода, оперативная техника имеет границы метода, и нутрициология тоже имеет границы метода. Поэтому я ищу партнеров. Я точно знаю, что меня сейчас слышит огромное количество, ну так сказать, узких специалистов. Вы, может быть, стоматолог. Может быть, вы кинезиолог, может быть, вы массажист, может быть, вы просто умный доктор, который понимает, что не все сделаешь химическим синтезом. Я не знаю, что вы, из какой вы сферы, но вы прожили жизнь в своей сфере, вы накопили огромное количество опыта, и вы можете быть шире на самом деле и быть более полезным своим пациентам, своим клиентам, просто людям, которые вас окружают. Поэтому я вас приглашаю к свою замечательную, головокружительную, классную сферу под названием нутрициология. Давайте развиваться вместе. Тем более, что это не просто альтруизм. Просто альтруизм тоже хорошо, но есть определенная экономическая подоплека, которая интересна как вашим клиентам, так и вам собственно. Это еще не все. Ясное дело, что я не одна, что меня окружает огромное количество тех специалистов, которые уже присоединились, тех людей, которые уже вдохновлены, как можно филигранно, красиво работать со здоровьем. И нас много, мы кучкуемся, собираемся, мы повышаем свой уровень, и это действительно очень интересно. Я думаю, что это авангард современной медицины, и что пройдет, я раньше говорила, 10-20 лет, да какое там, может быть, 3-4 года, и все встанет на свои места, химическому синтезу. Свое место, почистить, накормить, ублажить – это то, чем занимается нутрициология, свое место. Поэтому присоединяйтесь, я буду очень-очень рада развиваться вместе с вами, жить вместе с вами, работать вместе с вами. Буду очень рада личному знакомству. До новых встреч!